Во Владивостоке в сквере Юнг состоялось открытие мемориальной доски юнгам огненных рейсов, которые погибли в годы Великой Отечественной войны. 25 судов дальневосточного морского пароходства, а с ними более 400 моряков, в том числе более 50 юнг, погибли от минных взрывов в схватках с военными кораблями, самолетами и подводными лодками противника. Первый памятник с именами семи погибших появился в 60-х годах прошлого века на территории детского лагеря «Нептун». В 2000-е годы пионерский лагерь прекратил свое существование, а его территория и сам памятник пришли в упадок. Теперь память о юнгах огненных рейсов будет увековечена в граните. Мемориальная доска напоминает корпус корабля. От имени юнг, ушедших от нас навсегда, я выношу благодарность городу за открытие данного памятника. Этот памятник обещали давным-давно, как говорится, много лет. 77-й год уже пошел Отечественной войны. И, наконец, поставили его. Я жаль, что я не вижу, я не могу увидеть, какое качество этого памятника и вообще... Вероятно, что-то должно отвечать, что именно люди очень маленькие, то есть от 12 до 17 лет были юнгами. И, пожалуйста, они геройски сражались на фронтах Отечественной войны и на морях Тихого океана. Выношу благодарность городу Владивосток за создание этого памятника и открытие его. Спасибо вам всем, товарищи, что вы пришли почтить память бывших молодых сердец.